Анонс и точно дата выхода 9 серии турецкого сериала «Клюквенный щербет». 9 серия сериала выйдет в эфир 23 декабря. Напомним, ранее в сериале мы увидели, как Фатих спросил у Даги, неужели она собирается все время вот так злиться. Умир решил поговорить с Фатихом и сказал, что он должен научиться контролировать свой гнев. Фатих пообещал своему дяде, что прислушается к его совету. Но на самом деле для него это не главная проблема. Настоящей проблемой для Фатиха является госпожа Кевилджим. Он вспоминает их последнюю встречу. Тогда Кевилджим набросилась на Фатиха и сказала, если он и дальше так будет обращаться с ее дочерью, то каждый раз он будет видеть ее между ними. Кевилджим предупредила Фатиха, чтобы он удержал это в своей голове. Фатих на повышенном тоне стал спрашивать у Даги, что сделала его мама. Дага готова была ответить на этот вопрос. Его мать говорит всем о том, что ее тети и отца Фатиха есть романтические отношения, которые они тщательно скрывают. Помимо этого, она сказала, что отец Фатиха пристает к ее тете. Кевилджим очень благодарна Омеру, ведь он для нее сделал такое, что никто и никогда не делал. Омер ответил, что если ему удалось хоть немного сделать Кевилджим счастливой, то это только ему на радость. Дага очень сильно устала от того, что она постоянно вынуждена что-то объяснять окружающим ее людям. Она собрала свои вещи и покинула дом, оставив записку для Фатиха, в которой написала, что не между ними все кончено. Напомним, 9 серия сериала выйдет в эфир 23 декабря. Если вам нравится сериал, не ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.